Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. На осмотр художественной самодеятельности было подано 40 заявок от коллективов. Почти все решили выступить сразу в нескольких номинациях. Как итог, за день жюри предстояло отсмотреть 84 номера. На такой энтузиазм участников организаторы даже не рассчитывали. Радует то, что, несмотря на то, что какой-то период это был забыт, сегодня возобновляется, сегодня есть интерес, значит, и среди населения, и среди предприятий. А заявились, конечно, очень много учреждений социальной сферы, это детские сады, школы, там практически это и ранее проводились внутренние, как у себя. Радостно то, что заявились наши промышленные предприятия. Больше всего трудовые коллективы любят петь. Среди репертуара вокальных номеров сольные коллективные исполнения – эстрадные песни и оперные арии, и не только на русском, башкирском и татарском языках. Со сцены звучали композиции и на турецком, и на белорусском. Главное – все от души. Конечно, они все уже молодцы. От того, что смелые, от того, что есть им что-то сказать. Поэтому я за них только рада. Но в то же время есть, конечно, и очень сильные исполнители. Достойные. Для более, наверное, последующего показа на республику. Помимо вокальных и хореографических номеров на сцену выходили ораторы, читали прозу и стихотворения. На суд жюри предстал и пародист. Я, как языковед по образованию, сразу же обратил внимание на некоторые уникальные особенности Нефтекамска. Во-первых, это первый на моей памяти город, в котором нет первой школы, но есть все последующие до 16-й. Талантливые люди талантливы во всем, а потому многие выходили на сцену не по разу. Тамерлан Исламов, педагог Дворца творчества, на осмотре принял участие в 4 абсолютно разных номерах, причем 2 из них вокальные, хотя за плечами Тамерлана нет даже музыкальной школы. Я представляю 4 номера Дворца творчества. Это ария «Мистер Икс», академический вокал, пародии, оригинальный жанр. Далее мы поем квартетом. И последний номер – вальс, который мы танцевали. Ну, вальс мы танцуем давно, наш коллектив, а вот вокальные номера как-то недавно вошли в мою жизнь. Лучшие номера будут отобраны по номинациям и представят наш город на зональном этапе смотра в Илишевском районе, где самодеятельные артисты будут бороться за право выйти на столичную сцену в финале соревнований. Наталья Бурова, Денис Кузнецов. Время новостей.